Яс дают стыков. Вот ее попа, вот ее голова. За счет вот этого наклона у девчонок получается гораздо легче. Они дальше прессом вытягивают себя наверх. Поняли? Девочки, подтягиваемся и садятся вот в вашу позицию. Девчонки, сядьте на пол, сядьте на пол сейчас. Вытянитесь, нет, ручки между ног. Между ног. Вы поняли, в какой позиции вы будете сидеть? Ваши ноги, ну вот это надо будет смотреть по локтевым суставам партнера. Вот вы будете сейчас выставлять локтевые суставы. Если вы поставите сильно широко шпагат, вы можете просто следить вниз. Понятно? То есть надо сейчас посмотреть, как куколки должны сидеть. Теперь внимательно. Сейчас подножие может вылетать, если очень сильно будет усердствовать, за спину туда. Мальчишки, вы ничего не сможете делать, потому что она вам просто шею сейчас начнет ломать сверху. Это черепаха, поэтому будьте осторожны или встаньте через один, чтобы сзади кто-то подстраховал. Понятно? То есть она вылетает, вот один раз подстраховал. Да? Ну, поэтапно, я говорю, за потом, если вы уже начнете делать, за потом. Ясно? Да. Все. А, выход оттуда, здесь, на ваш выход. И раз, выход на землю. Вот. Вот ее ног. Да, да, вот ее ног. Вот ее ног. Понятно? Можно то же самое потом будет делать без ее ног, и она, когда будет отсюда вращаться, вот она будет прокручиваться. Я руки отпускаю, ноги пролетают, и она получается, я ее захватываю плечевые суставы подхватываю, и она как бы плашмя падает здесь. Понятно? То есть такой как трюк. Ясно?